Всем доброе утро. У нас утром, мы идем на автобус, торопимся. Солнечная погода сегодня хорошо. Будем надеяться, что будет хорошая погода. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время уже 10 часов. Мы уже с Машей с утра съездили, анализы сдали. И я сейчас ходила в огород, насобирала первую земляничку. И сейчас ребятишкам разделю, раздам. Вот такая вот, помните, в том году садила, и вот немножко наросло. Оксана сегодня проснулась, у нее опухший глаз. Комарики, видимо, кусили. И сейчас вот такие вот дела. У нас сегодня воду отключили, и жара невыносимая на улице, как мы тут. А мы воды вообще мало набрали. Ладно, всем хорошего дня. Меня попросили показать крыльчат, подросли, как они или нет. Поэтому идем с вами посмотрим. Муж сказал, они уже по клетке бегают. Сейчас проверим заодно с вами. Крыльчиха-то я знаю, что бегает, а вот крыльчата еще не видала. Идем. Ой, ти господи, и правда, смотрите. Бегают, сейчас я свет включу. Вон они бегают. Вот они масики такие. Не. Ай, там спрятался. Вот они такие шустрые у тебя, да? Привет, моя хорошая, привет. Вот какие сестры там, видите, бегают. Бегают крольчатки. Да, там папочка наш сидит. Огромный папочка. А тут детки юные. Эти детки. Привет, моя хорошая. Привет, мои детки. Муж тут им веточек наложил. Ой, ты не упади. Ты такой это. Ты идешь проверить. Ой, тебе побежали. Вот так вот. Тут муж специально им такую балочку положил, чтобы они не выпали, когда он открывает, а то они прыгать им одно что норовится, да? Ти, моя хорошая. Она любит, когда ее гладят. Да? Привет, моя солнышко, привет. Вон, смотрите, выскочил. Ай, убежал. Вот такие вот они там, целая котика их спряталась, видите? Мы не считали, сколько штук. Как бы не считаем их. Эти. Эти там два выглядывают сереньких. Видите, какие масики. Масики. Эти масики, любопытные Варварочки. Ой, так вот, весь в мамку. Ой, весь в мамку. Да, мама кушает. В папку беленькие пошли все. В папку. Ой, так прыгают в ящики. Муж туда сено положил, а они в этом ящике легли и бегают. Теперь как койку используют ее. Где? Ты где там спрятался? Иди сюда, не бойся. Привет, папашка. А папашка у нас не любит руки, чтобы его трогали. Ух, не ручной совсем. А мамочка любит, чтобы ее гладили. Особенно вот так вот за ушками. А и там детки прыгают, скачут. Вот такие вот у нас потомство растет. Пушистики. Косявые. Привет. Привет. Привет, малявочки. Привет. Ну-ка, иди сюда, я тебя посмотрю. Ой, такой. Вот такой вот малявочка. Ой, такой. Ой, такой. Дай бог, пусть растут. Да, мамка? Мамка у нас молодец. Всю он себя облысела вся. Видите, какая лысая стала. Всю из себя, все еще шерсть себя дерет. Все еще им подлаживает, хотя они уже бегают, но она все еще им в гнездо шерсти кидает. Привет. Привет, мой холёсий. Да ты моя солнышко, ты у нас хорошая мамочка. Да, хорошая мамочка. Ну дай бог, пускай растут. У нас уже время 12 часов. Я жарю кабачки и решила сделать тесто для вафелек. Навожу тесто. Сегодня так как отключили воду, ничего такого не приготовишь. Хотя у нас все есть, там суп есть, все по сути есть. Решила постряпать немножко. Кефир сегодня специально купила. Думаю, постряпаю ребятишкам вафелек. Вафельки они у меня очень хорошо кушают. Поэтому стряпаем. Наводим тесто. Ильюша у меня в город уехал.
со своей подружкой. Я попросила его в Валберес зайти. У меня там пришел специальная одна штучка. Я потом вам покажу, что именно пришло. А пойдем, когда в лес, то мы ее испытаем. Для леса, короче. Заказала кое-что. Так. Кабачки пожарились. Пойду переворачивать. Все, ребят, сделала тесто вот такую вот огромную. Вот как вот так показать эти. Если ниже наклонила, она просто прольется. Миску сделала пожиже тесто, потому что когда мы последний раз готовили, когда оно жидкое, оно лучше такие мягче становятся. Они как бы мягенькие становятся, очень вкусные. Поэтому сделала пожиже тесто. Масло наливаю, смазывать буду. Будем выпекать с вами вафельки. Приготовила стеклянную дощечку, чтобы на нее ложить вафельки. Просто у меня противень заняты, поэтому на стеклянную дощечку буду класть. Сейчас постряпаем. Потом покажу, что и сколько получилось. Всем привет, дорогие друзья. У нас суббота. Муж с детьми уехал на речку купаться. Я не поехала, у меня нет купальника, поэтому я не езжу на речку. Да, ребят, вот такая вот я себе не могу купальник купить, чтобы с детьми купаться на речке. Ну, не ладно, не об этом суть. Я сейчас буду развешивать белье. И меня попросили показать, какой расцветки те старых два сереньких цыпленка, какой получились они расцветки. Они сейчас подросли уже. Мы их переселили сейчас на лето. Ну, днем переселяем сюда, на улицу, на ночь убираем. И сейчас покажу вам цыплят. Я не знаю, будет видно, нет, но вот серенький цыпленочек стал такой шкодливый. Ну, вот так вот тень сделал, видите, какой стал. И где-то еще один был серенький, а он вон там, он в тарелке, видите. Серый с черными пятнышками такой стал. А черные стали с белыми пятнышками. Видите, какие белые с черными пятнышками становятся. Короче, вот так вот подросли они у нас. Ты зачем в хлеб сел? Скажи, пожалуйста. Сидит в хлебушке, в гнездо себе устроил. И вот так вот днем мы их сюда. Ящик мы этот переставляем от места к месту, чтобы они травку ели. Вот как они полностью травку всю съедают. Мы их потом перемещаем. Это я так двигаюсь, чтобы вам в тени было лучше их видно. Ну, вот такие вот те два сереньких цыпленка. Вот они, видите, стали. А, я даже не знаю, как показать-то вам. Сейчас попробую вот так вот, ребят, сделать. Вот они, видите, какие стали. Один и вот там вот второй. О, да я через решетку туда просунула, телефон вам делала. Ну, вот такие вот они шкодливые у нас стали. О, два сереньких рядышком. Ну, вроде растут. Ничего такие. Вот тот вот черно-белый такой. Точно петух. У него гребень такой уже большой. Поэтому петухов мы потом явно продавать будем. У меня спрашивали большого, но больших у меня уже нету. А сереньких курочек мы продавать не будем. Мы их себе оставим. Так что вот так вот. На улице хорошо, солнечная погода. Я постелила вчера вот тут матрас. Хотим установить сюда, помните, германскую палатку, которую нам с Германии прислали. Сделать хотим ребятишкам здесь палатку. Поэтому вот такие вот дела. На улице ужасно жарко. А так в целом хорошо. Я сейчас еще сначала белье развешу, потом грядки полью. Парник. Поливали уже сегодня с утра, вечером будем поливать. Потому что же днем, когда если поливаешь, сгорит нафиг все. Так что вот как-то вот так вот. Муж с детьми купаются. Ну, я его попросила, говорю, пофоткай или поснимай, потом меня скинешь. Чтобы посмотреть, какая природа хотя бы или что-то. Если пофоткать, поснимает, то покажу. Нет, значит нет. Ну уж извините. Вчера у нас вечером сильный ветер был и дождик уже. Вечером прошелся, ну такой чуть-чуть небольшой. Сейчас, кстати, покажу картошку. Мы протяпали. Картошка хорошо выросла. Сейчас покажу. Видите, как картошка поднялась. Все, ее протяпали весь огород. И там хорошо картошка тоже подтянулась. Тут у меня ягоды. О, это что такое? А это что такое еще? А это тополь.
вокруг ягод обился. Так, в принципе, ягодки есть. Ну, видите, этот куст молоденький еще, но на нем с каждым годом все больше и больше ягодок становится. Так что вот как-то так. Огурцы растут, все растут. Там курочки у нас сидят. Так что вот такие вот дела. Так, дорогие друзья, рассказываю новость. У нас прошел сильный ливень после того, как муж уехал в лес. Не в лес, а на речку с ребятишками, поэтому они приезжали назад. Сейчас дождик прошел, началось солнце. Пока они ездят, опять они уехали на речку. Пока они ездят, короче говоря, у меня было мясо для шашлыка, и я решила его в духовочке запечь, так как погода нам не дает на улице сделать. Да и на улице я мангал устанавливать не могу. Он тяжелый очень, я его поднять просто не смогу. Поэтому делаю в духовке. Сейчас покажу, что у меня будет. Так, вот так вот внизу у меня там внутри картошечка с морковочкой, с лучком, а сверху свинина. Это все, ребята, свинина. Тут килограмма свиного, это шашлыка. И я вот так вот его распределила. Так вот сюда закрыла сверху. И все, отправляем в духовку готовиться. Потом покажу, что у меня получится из этого. Вкусно будет. Сейчас, видите, лето, дети ничего путем такого есть не хотят. А вот я заметила, когда я в духовке что-то готовлю, они едят прям на ура. Фу, не то включила. И поэтому я последние дни в основном стараюсь им готовить в духовке. Так, приношу извинения, просто тут провода делала. Поэтому все, духовку я включила. Все, отправляю в духовку и пусть запекается. Потом покажу, что получилось. Все, ребят, приготовила я картошку с мясом. Вот такое вот блюдо у меня получилось. Всем-то кушать, всем приятного аппетита. Но мы будем садиться кушать.